Йо, всем привет! Это субботний манеж. Обычно у нас по субботам немножко силовой, и попробуем сейчас размяться 6 километров в темпе по 4 минуты с парнями. Сегодня аншлаг ожидается на тренировке. После всей разминки мы сделаем силовую собственную вес. Так, бежим с парнями разминку по 4 минуты. Вроде пока все живы. Разминка в Академии марафона. Типичный субботний утро. Учимся работать на камеру. Сейчас разомнемся после. Что там написано на спине? А, да, все то. И такая красивая розовая футболка. О, ничего себе, фамильная. Сегодня аншлаг. Спускаемся на коленочку. Советская УФП с собственным весом. Это Игорь Носков, вы его помните по публикации в Инстаграме, с ним был еще подкаст. Есть девушка с татуировкой дракона, а есть Игорь Носков с татуировкой Академии марафона. Пятерочку сбегал. Надо было шестерочку. Я опоздал, поэтому я сбегал только пятерочку. А сегодня что там у нас? 10 по 100, через 100, наверное, будет. Первый взрост выполнить нужно. На миле перспективнее всего пока что. Может быть, день с Игорем Носковым? Естественно, конечно. Как питаются чемпионы, как тренируются чемпионы, как гуляют собаки чемпионы, где работают чемпионы. И какое красивое слово. Тренировочка. Бедрышки некрасиво, а тренировочка красивая. Тренировочка закончила сама себя. И мы неожиданно оказываемся в манеже ЦСКА. Да, сегодня уже другой день. После прошлого дня я не успел рассказать о том, что не очень комфортно мы закончили этот бег, потому что восстановление еще не до конца произошло. Половина из нас после этих простуд популярных. И получилось так, что мы пробежали разминку темповую, пульс зашкаливал, и после этого сделали 2 или 3 серии силовой. Сегодня в ЦСКА мы с Игорем и с парнями еще побежим темп чуть побыстрее. Это будет 6 или 7 километров. Человек, который выбился из коллектива и делает работу один теперь. Какая у ребят работа сегодня? Интервалы 4 по 1000 через 400 трусцой. Бегает? 3:54. Неплохо, вот неплохо. Руслан, перебери ногами. Догони. Вот как вы видели, ребята уже на треке, бегают из 4 минут. В принципе, это только начало сезона. Уже набирают форму, и это здорово. Женечка решил один побегать, у нее тоже темповое, где-то 6 или 8 километров, там по ощущениям. И иногда мы подключаем ребят, чтобы кто-то делал отрезки в рамках темпового бега покороче. Кто-то бежит, например, 6 километров в темпе из 4 минут, а кому-то надо всего лишь там, километр, например, или 400 метров в темпе из 4 минут пробежать. Тогда они просто подключаются, забегают в эту пачку и катают там небольшой отрезок. И так как раз все участвуют в тренировочном процессе, в группах они умеют друг друга вести, чувствуют темп. В субботу была разминка быстрая. Смотрите, какие надо... красивые парни. Прям все красивые. Так, подожди, закроем вот так. Ой, Вова, даже именная, ничего себе. Вов, что у тебя? Как тренер скажет? С девчонками? Меня, ну, Володька не девчонка, я бы не стал его такая оставлять. Нормальный пацан, ну... Но по 1000. Ну, наверное. Красиво. И побежим с ними. Какой план на этот год? Улучшить хочу все. Так. Десятку хочу пробежать из 40. Полумарафон. Пока думаю, час 35, там посмотрим. Все красиво. Какая интересная. Но если вариант по
300! Всем хай! Как дела? Прекрасно, отлично. Вовы. Катайте вместе. Сколько? По 400, по 5 ног? Mm-hmm. А, то есть круг один быстро, один медленно? Да. Быстро это по 4.30? Ну, сами сообразите. Как тренер скажет? Вова Миронов, у тебя какой план на этот год? Страшно сказать. Говори, не бойся, не бойся. Хочу первый разряд на марафон. Это 2 часа 37.30. Надо разменять. Надо разменять. Вов, к тебе вопрос, пока ты в неудобной позиции. Какой план на этот год? Без травм, по кайфу, 50-34. С марафоном по кайфу 2.50 пробежать. Все получится. Хорошо. Так, Игорь, вы сегодня красавчики. Да, мы красавчики. А какой план на год? 2.38. Все, зафиксируем. Ну и час 17 на половинке. Ты сказал, что у тебя какая-то новая цель спустя несколько дней появилась. Будет круто, если я пробегу из 4.40. Неплохо, ладно, зафиксируем. А сегодня что делали? У меня была шестерочка по 3.47, наверное. Ты сейчас в наиболее лучшей форме из нас всех. Я просто переболел в начале декабря, поэтому... Он чуть раньше начал набирать форму. Да, я просто заранее. Все набрали групповой иммунитет, сформировали его через вот эту общую простуду, которая была популярна. Плавно восстанавливаемся, потому что тот темп, который был у всех сейчас, это условно такой полутренировочный, полуразминочный, который был в декабре, поэтому мы сейчас очень плавно с парнями заходим. Ну, как я уже сказал, вот у Игоря сейчас наиболее хорошая форма. Ребята какие-то цели озвучили. Абсолютно разные цели на год. Безусловно, каждый хочет прогрессировать относительно себя, не сравнивая себя с другими и соревнуясь только со своим временем. Мы вот за такую историю. Давай я скажу, что я решил переобуться. Перелазим через барьеры с Игорем Носковым. Я переобуваюсь дважды в день. Сначала на тренировке в Шиповке, а потом после тренировки, когда понимаю, что ляпнул, что пробегу милю через месяц из 4 минут 40 секунд. Ставлю на сколько? Из 4.50. Колокольчик, лайк, подписка. Звоните, пишите, донатьте. Обнял. Пока.